водопада, самого большого водопада в Северной Америке. Много народу сюда приходит, чтобы его посмотреть. И все уходят отсюда мокрые с головы до пят. Север штата Мичиган известен как место, где растет самая лучшая вишня в Америке. Чего они только не придумали делать из этой вишни. Вот вишневая горчица. Вот это острый соус из яблок и вишни. Перед покупкой в этом магазине все можно попробовать. Вот, например, крем из вишни с грецким орехом. Крем из белого шоколада с вишней. Думаю, тоже будет божественно. Hello, I'd like to welcome you to our winery, Chateau Grand Traverse. You're welcome to taste and buy our wines, the best wines in this region. На мичиганских виноградниках существует приятная традиция. Ты можешь попробовать до 6 сортов вина бесплатно. И вот это вино из черешни я пью за ваше здоровье.